Всем здравствуйте. В общем, я тут сменила драйвер, поставила то самое разрешение видео, которое должно быть на этой камере. Не знаю, как будет. И решила я тестово как бы и видос записать, и протестить, как оно все будет. Тут там Горбушкин сан, который тут что-то такое оперативный стал. Короче, он или кто-нибудь там в комменты мякните, если вдруг видос тормозит или что-то в этом роде. Короче, заходила я сегодня в фиксик. Думая, что там есть флешки. Что-то вот мне так торкнуло, что там вот есть флешки. USB-шные. Но нифига там флешек нет. Там только есть мышки USB-шки. Но так как я ходила, ходила, блин, там у них кондиционер так и не работает. В общем, чуть не склеила ласты. И вдруг увидела прямо перед кассой, когда уже собралась выходить, сказав, что ни хрена, я у вас не купила. Вот такую штуку. Вообще, я такую штуку хотела. Но не именно такую, не именно такой расцветки. Тут типа чайнички, что-то вообще. Лимончик, веточка какая-то, ложечка, чайничек, чашечка, еще один чайничек, сахарничка, наверное, какая-нибудь, типа того, или молочничек. Короче, что-то такое. А, штиля-лёли. Вот. Написано было, что там на ценнике 3 штуки за 15 рублей, как-то так. Потом, значит, ценник при этом оборванный другой. Ну и, в общем, пробили сначала они мне что-то за 24 рубля, что ли, ее. Или за 23, я не поняла особо. В общем, я заплатила в итоге 12,50, и 9,50 у меня было каких-то бонусов. И они сказали, вам, говорит, бонусы зачислить или, говорит, их списать. Я говорю, ну, говорю, спешите. И, в общем, заплатила я 12,50 за это счастье. Написано на обороте, что, типа, сверхгорячая не стоит. Я же сейчас скажу, какое. Так. Уход. Протирать влажной тряпкой, не ставить раскаленные предметы. Назначение бытовое, состав ПВХ. Сервировочная салфетка 26 на 41 сантиметр, чай одна штука. Пластик Маркет Про. В общем, вот такая хрень. И я созрела тут, точнее, я спросила, сегодня была в саду у моей тети, говорю, ты, говорю, мне когда-то там обещалась отдать свою старую сушилку, когда купишь себе новую, она говорит, я, говорит, новую не купила, посему старую фиг тебе. Я говорю, тут 3 года все думаю над этой сушилкой, и тут практически созрела купить. Спросила ее там, как она должна выглядеть, там какие примерно параметры, чего, зачем, значит, и типа какая примерная цена. Ну, мне сказали, в общем, так как я собралась ехать в четверг утром, почему утром? Потому что утром не жарко. Почему в четверг? Потому что я сегодня не успела доделать то, что планировала. То бишь, даже если я сегодня его доделала, то завтра я все равно бы не успею. Это так, а никто из моих родственников не едет. Ну, как обычно. В принципе, не получается у нас как-то, чтобы они, допустим, меня свезли вместе с котом туда, на ПМЖ временное, да? В общем, ну и как бы, не знаю, то ли посмотреть на одном сайте «Почем счастье» местном, есть у нас местный сайт одного магазина, то ли посмотреть опять на Озоне и заказать уже после того, как приеду, чтобы не геморриться, чтобы вот вдруг раньше времени доставили, а я в деревне сижу. Короче, купила я сегодня в одном магазине напротив Фикса, то, что у нас там называется тип одобрения, и там внутри куча всяких магазинчиков. Магазинчик обычный такой, насколько я помню, там раньше просто диски эти, аудио CD продавались, пустые или с чем-то, или DVD там какие-то. А теперь он там, помимо прочего, флешки всякие, USB-шные, еще прочее, такая требуха там, мышки, клавы, причем мышка, которую я в ДНС купила, эту свеновская, отвратная, эта свеновская мышка за 250, потом мне, кстати, вернули деньги в течение суток. Я возврат сделала у них, короче, это точно такая же мышка 200 рублей стоит. Клавы там какие-то, ну там USB-шные клавы. Можно даже за 300 рублей USB-шную клаву купить с какой-то подсветкой. Я такую подсветку видела у Пенька дома. Короче говоря, когда у него бытовала в гостях. И вдруг, ну так, посмотрела, там 4 магазина. В одном магазине, значит, МТС Билайн. Потом магазин, где я покупала батарейку в эти часы. Не в свои эти ручные часы, наручные, или как они там. Забыла, как это, токен, не токен. Ну, короче, забыла, как называются на Япи эти ручные наручные часы. Значит, везде такие цены как-то, ну, разнятся. И думаю, подойду, спрошу, как раз народ рассосался у этого магазинчика, есть ли у них флешки, почем счастье. И, значит, она называет мне, говорит, вот продавщица флешки,
метре от меня. Мне говорят, ну тебя, я говорю, не вижу. Ну, пофиг, что в очках. Как бы и так понятно, что очкарик не видит. Ну, в смысле, что раз человек в очках, значит, он хреново видит. Но она мне, значит, начинает перечислять там 16 гигов столько-то, 8 гигов столько-то, потом 500 рублей, 32 гига. Я так, оп. Думаю, точно такую же вот видела за 800 чем-то в другом магазине. В того же здания. Бутики, ё-моё. Я говорю, ну, давайте, говорю, эту... Там еще какая-то, значит, чуть подороже, те же самые 32 гига, чуть подешевле. Конечно, может быть, у нее никакого там класса нету, но, в принципе, какая разница. Мне надо было тупо флешку. Вообще, я думала на 16 гигов, ну, даже на 32 оптимальный вариант для этого самого, для ноута своего, Windows, который. Ну, и говорю, это, оказывается, она наличку только принимает, пришлось идти в ближайший банкомат, снимать бабло. Она мне эту флешечку отложила, я пришла, протянула ей монетку. Карта не юзает она, естественно, и вот купила флешку. И тут мне чек присобачили и сказали, что, значит, это гарантия. 2 месяца, если сохранить чек и бумажечку вот эту, ну, в смысле, упаковочку. В общем, вот, такие пироги. И все-таки мне кажется, что у меня немножко там как-то притормаживает. И придется, наверное, бегать по форумам линуксовым. Веселить Глебушку и прыгать с бубном, почему типа внезапно эта вебка не хочет нормально функционировать в плане расширения своего родного. Так, ой, чем я ее тут достала. Вот такая вот флешечка. Туго закрывается, что хорошо. Тут можно какую-нибудь перевочку всундучить, типа прицепить куда-нибудь. Черненькая обычная флешечка. Написано после форматирования меньше, чем 32 гига. И в винде, значит, инструкция по применению специально для винды. А, кстати, вот у меня же винда и будет этот. Не требует особых условий хранения, значит, для безопасного извлечения устройства щелкнуть по иконке. Остановить устройство хранения данных перед извлечением из USB-порта в операционных системах Windows. Вот так. USB-флеш, накопитель SmartBuy. Или бой, хрен знает. Ну, короче, какой-то смарт. Я помню, что-то у меня уже было от этого смарта, ничего такое неплохое было. Короче, в общем, вот такой обзор. Всем пока.